Добрый день, уважаемые депутаты. Ежегодно перед принятием бюджета у нас утверждается программа приватизации на следующий плановый период. Предлагается внести изменения в решение Ачинского городского совета депутатов, уточнить перечень имущества, подлежащего приватизации в 2021 году, а именно исключить два объекта, которые были реализованы в декабре 2020 года, а также утвердить перечень имущества на 2022 год. В данный перечень предлагается включить имущество, не востребованное для муниципальных нужд, не востребованное краевыми и федеральными учреждениями, не включенное в перечень поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Предлагается утвердить перечень в количестве 34 объектов. Чем он отличается от перечня имущества 2021 года? У нас исключено 11 объектов, которые были реализованы в 2021 году. Было проведено в течение года 159 конкурсных процедур, по результатам которых было реализовано 11 объектов на сумму 21 869 000 рублей. Также предлагается исключить 11 объектов, которые переданы в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждением, переданы в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также переданы в пользование краевым учреждениям. Кроме того, перечень дополняется двумя новыми объектами, свободными от прав третьих лиц. Прошу согласовать и утвердить программу приватизации на 2022 год.